Общался недавно со старым знакомым. Говорит, у меня, говорит, около 8-10 лучших друзей. Я говорю, да я тебе не верю. Почему, говорит? Я говорю, да потому что этого не может быть. Говорю, если у тебя один лучший друг, ты можешь считать себя счастливым человеком. Если два, ты можешь считать себя неординарно счастливым человеком. А в три я просто не верю. Больше двух это нереально. Ну как так? Ну у меня вот по-другому. Я говорю, да, есть простой способ это проверить. Какой, говорит? Я говорю, ну позвони часа в два ночи и скажи, что мне виллы, срочно нужны деньги. Попроси пару тысяч евро. 1000-3, говорю. Ну вот. И послушай, говорю, что тебе ответит. Знаешь, что произошло? Он позвонил мне через 3 дня, мы с ним общались, и он сказал, Альвин, ты был прав, нет у меня больше лучших друзей. Понимаешь, да? А сколько у тебя лучших друзей? Подумай.